Друзья, всем привет! С вами ваш it была а также полупроводник в мир IT Николай Свиридов. Это значит, что вы по-прежнему на моем канале, где мы продолжаем говорить про IT-шечку без стереотипов. И сегодняшний ролик у нас посвящен продолжению нашей темы по копанию Fast API во благо нашего и всемирного. Также пишем образовательную платформу с использованием этого замечательного веб-фреймворка. И прежде чем мы перейдем к очень важной и интересной теме сегодняшнего ролика. Я бы хотел обратить ваше пристальное и драгоценное внимание к моей странице на бусте друзья. Через Бусти вы можете поддержать меня не только лайком, репостом, но еще и донатом или микродонатом. Это помогает оставлять контент в бесплатном доступе, а также оплачивать не различного рода подписки, благодаря которым я этот контент и произвожу. А для подписчиков более высоких категорий у меня предусмотрены специальные бонусы, как, например, посещение регулярных закрытых лекций по самым наболевшим темам например по асинхронке мы сейчас очень часто в среднем где-то раз в две недели раз в неделю встречаемся с ребятами и в общем общаемся на эту тему разбираем вместе с нашим закрытым сообществом проблемы и использование этого нелегкого инструмента так что если вы заинтересовались обязательно вступайте в наши ряды мы будем всем рады ну а чем мы сегодня займемся друзья мы займемся с вами такой штукой, как технический долг. Узнаем, что это такое. И сегодня поговорим про то, чего нашему проекту не хватает для счастья. Но обо всем по порядку, давайте посмотрим по классике, что у нас сейчас есть в наличии: да, у нашего проекта есть виртуальный сервер, на котором у нас крутится наше приложение со своей API. Частью и при этом я написал не API-приложение, а приложение с API. Это более правильно. У нас есть база данных, которая подключена к нашему приложению, а скорее приложение подключено к базе данных. В рамках приложения у нас реализована ролевая модель и защита токеном. При этом мы реализовали какое-то количество эндпоинтов для управления нашим пользователем. Создание, удаление, изменение данных, выдача отзыв ролей. Ну, в общем, все то, что мы делали в прошлых роликах, тут останавливаться особо не буду. И дальше мы с вами займемся такой вещью, как технический долг. И это что, хоть такое-то многие спросят меня. Ну, давайте вспомним, как у нас выглядит Jira сейчас примерно. да, То есть есть определенный список задач, и э, эти задачи, они можно можно их взять и поделить на три такие важные большие категории, без которых разработка обойтись не может. Значит, первая категория это продуктовые задачи, либо бизнес задачи, как их называют. Второе это баги и третье технические задачи. Но обо всем поподробнее. Значит, что такое продуктовые либо бизнес задачи? Это разработка новых каких-то продуктовых фичей. К примеру, если мы с вами решим делать личный кабинет пользователя, а мы обязательно решим его делать, то это будет являться классическим примером новой продуктовой фичи. То есть бизнес в этом заинтересован, это то, что помогает нашему продукту продвигаться на рынке, привлекать все больше и больше пользователей, это то, что видно конечному пользователю, который может сказать ⁇ вау! ⁇ Это то, ради чего к нам приходят на нашу площадку. Второе, это баги. Это подчинка того, что работает не так, как надо. Ну, здесь, я думаю, комментарии неуместны. Да, вот у нас там проверить или что-то там дописать или скажем так, если мы видим, что мы падаем с ошибкой, но не должны, ну, значит, иди и проверяй, в чем дело, и это баг классический. И технические задачи, что туда входят? Ну, я тут написал рефакторинг кодовой базы, менеджмент метрик и некоторые девоп задачи, ну, в рамках компетенции бэкэнд-разработчика, ну, или вообще любого разработчика, который холит или леет свой проект. Что я под этим подразумеваю? Вот у многих возникает проблема, как разделяются технические задачи и бизнесовые. Да, все очень просто, на самом деле. Если бизнесу наплевать на ту задачу, с которой вы, вы, вы к ним пришли, да, и пользователи про нее тоже ничего не знают. Don't care, как говорится, стоит скорее всего, техническая задача. Примером такой задачи может быть, а с какой скоростью отвечают ручки, а сколько запросов на наш сервис приходит, а сколько у нас памяти тратит наш сервис, да, утилизация памяти там, базы, контейнеров и всего остального прочего. При этом вы знаете, что устаревают некоторые библиотеки, надо переходить на другие версии, во всяком случае, рефакторить ваш код, на какие-то более... На, на какие оптимальные вещи по алгоритмам, там покрывать тестами то, что вы забыли покрыть, это все технические задачи. И бизнес, как правило, не очень... Ну, плохой бизнес, да? Плохой, хороший, за этим следит. Он выделяет техквоту, то есть мощности времени на техквоту в рамках спринта. И вот какое разделение, как правило, происходит. Значит, у нас есть 100% времени, допустим, 100 человек часов в рамках спринта двухнедельного, которые мы знаем, что мы можем инвестировать в наши задачи. Фичи, или фичи, называйте как хотите, занимают 70%. То есть, это бизнесовая часть в классической продуктовой команде. Если вы занимаетесь исключительно техническими задачами в вашей команде, ну, такие команды тоже бывают. Это команды, которые обеспечивают инфраструктуру какую-нибудь, тут вопросов нет. Но я говорю про классическую разработку, в которой я работал. Дальше. 20% уходит на тех долг. Это как раз на вот эти вот задачи, связанные с метриками, там, повышением эффективности кодовой базы и всего остального. И баги 10%. Ну, вот такое вот у меня было, во всяком случае, в тех командах, где я трудился, вот такое разделение. При этом, если багов мало, либо мы баги пофиксили быстро, то мы можем забрать в тех долг эти 10% или сколько там останется. При этом бывают баги, которые важнее бизнесовых задач и важнее тех долга. Это если вот баг случился, у вас там сервис работает настолько неправильно, что это ведет к потере критического функционала, вы бежите и чините эти, эти баги. То есть тут вопрос приоритет. И в чем, собственно, у нас сейчас Проблема, что нам не хватает. Здесь я это сформулировал в виде вопросов. То есть, ребят, первое, как мы узнаем, что у нас что-то отвалилось? Да, ну вот, причем мы хотим узнавать об этом как можно раньше. Второе, как мы узнаем, где оно отвалилось? Как нам понять, как часто оно отваливается, как понять, какие ресурсы потребляет наше приложение, как понять, как быстро наше приложение отвечает на запросы, где и как мы будем хранить логи, как мы организуем доступ к этим логам и метрикам и многое-многое другое, с чем мы будем постепенно знакомиться. И самое время нам заняться вот этим вот техдолгом. У нас уже порядка 10 роликов, да, я не помню, это 9 или 10 у нас по счету юбилейный. Ну вот считайте, 20% мы должны забрать под тех квоту из 10 роликов. Два должно быть минимум по техническим задачам, один должен быть по багам. Поэтому дальше буду я придерживаться вот такой истории <laughs> с публикациями. Значит, будем упор делать, конечно, на бизнесовые задачи, но про технические забывать не будем. И давайте поговорим про то, как у нас все есть сейчас. У нас, я уже говорил, есть виртуальный сервак, у нас есть приложение в контейнере, есть база в контейнере, которая там крутится, и как мы можем получить доступ к некого информации, например, к логам. Ну, очень просто, docker logs, docker stats, почему я палец вниз тут поставил, потому что не самый роскошный вариант для того, чтобы мониторить это вот в таком режиме. Почему? Потому что если мы будем сладко спать ночью, нам нужно, чтобы если случился какой-то алерт критичный, чтобы мы знали, чтобы нам какая-то сообщулька в Telegram или на почту пришла, чтобы мы это видели, черт подери. И что я предлагаю сделать? Я предлагаю сделать все в хорошем виде. То есть, как у нас все будет потом, разумеется, у нас будет и Докер Локс, и Докер Stats, ничего никуда это не убежит. Но у нас также будет еще три замечательные вещи: графана, Прометеус и Сентри, которые будут из себя представлять вот такие вот красивейшие, вообще супер картинки с какими-то графиками, с какими-то прикольными штуками, которые будут помогать нам следить за нашими э, ошибками, потенциально возникающими, а также снимать метрики, и когда к вам придет э, какой-то продукт овнер и скажет, а можем мы еще занести сюда вот столько-то пользователей на следующей неделе, и вы так посмотрите на метрики и скажете, ну, дружок, наверное, нет, нам, нам бы мощностей накинуть на серваке, а то мы упадем. Или скажете, что вот нам надо нагрузочное тестирование проводить. Вот. И метрики помогают вам в принятии решений. Поэтому сегодня я предлагаю познакомиться с такой штукой, как Sentry. Это вот этот прекрасный треугольничек. И что это за весч? Вот интерфейс у этой весчи вот такой. Это сборник, по сути, тех ошибок, которые возникают в вашем приложении, но при этом не таким вот сплошником, как у вас в логах, да, может это сыпаться, а он аккуратно группирует, плюс показывает, в каком месте это произошло, какие параметры были прокинуты, в общем, все просто невероятно круто. И как нам Зайти, собственно, на, на эту Sentry Значит, что мы делаем Ну, есть сайт такой Sentry.io Вы заходите Ну, я уже зашел, я зарегистрировался Я думаю, с регистрацией у вас проблем не будет Когда вы смотрите на окно регистрации Оно выглядит вот так да? То есть вы можете залогиниться, зарегаться под Гуглом, под гитхабом под Azure DevOps. Ну, в общем, проблем нету. Дальше. Когда вы откроете интерфейс, он сразу вам предложит и создать компанию, создать проект, и написать свое имя. Вот я это все сделал. Проект... Компания у меня называется Учанус. И зовут меня Николай Свиридов. Дальше тут есть вот вкладка проектов. Он на самом деле вам сразу предложит проект создать. Давайте нажмем Create Project, откроется вот такое окно. Он предложит выбрать платформу. И вот смотрите, здесь удобно, здесь есть не просто Python, да, вот мы видим Python, можем мы его создать, но есть еще и Django, и Fastapit, и Flask есть, то есть, блин, вообще классно, мы можем сразу что-то, какую-то при, приятную плюшку заиметь, кроме того, я скажу, что центре несмотря на то, что у меня сейчас идет триалка, 14 дней бесплатно, там до 50, по-моему, тысяч ошибок, которые будут возникать, это все бесплатно. Поэтому не стесняйтесь, по крайней мере, подключать это к своим пэт-проектам и э, тыкать, пользоваться этой историей для того, чтобы посмотреть, как это работает. Я выбираю Fast API, alert me on every new issue, то есть мы говорим э, частота, э, частота нашего оповещения, он будет мне слать письма на почту, и можно выбрать, что я создам свои алерты. Ну, пускай он алертит мне на почту, я не против. И говорим э, project name. Ну, давайте, лучанос, ok, как оно называется, лучанос, Oxford University. Команда Лучанос Создаем проект. Вот он его создал. И смотрите, он нам предлагает сразу. Конфигури... Э, сконфигурируем FastAPI SDK. И он предлагает нам установить центре SDK для FastAPI. То есть расширение и вкорячить его в проект. Обратите внимание, вообще больше нам особо ничего не надо делать. Я вам покажу, во-первых, Джиру, в рамках которой мы решаем эту задачу. Вот тут есть задача. Я ее завел специально. Значит, добавить центри в проект. Значит, переходим к этой задаче. Тут я вам хотел показать одну интересную лайфхак, лайфхачну. Значит, в чем она состоит? Ну, description я не добавлял, я ленивый заяц, как это, ленивый заяц, ленивый пацан. И вот тут вот есть раздел development. В этом разделе development есть create branch. Ну, сейчас уже branch, да? но если бы мы открыли какую-то другую задачу, где нет ветки, например, сдеплоить проект на MonoVM, если бы мы вот здесь вот пониже опустились, мы бы увидели вот здесь вот Create Branch, мы нажимаем, переходим, и Jira нам предложит создать ветку для задачи low 13, при этом, если у вас GitHub не подсоединен, он предложит вам это сделать, и после того, как вы подсоедините, вы можете здесь выбрать репозиторий, из которого вы хотите делать, и ветку, с помощью которой, из которой вы хотите бранчевать но ну, вот у меня две ветки остальные я все поудалял и он из актуального комита это все сделает но ну, тут есть свои как бы недостатки но тем не менее в общем если хотите чтобы у вас в жире отображались свои ветки э, по вашим задачам ну и можете ее как-нибудь назвать вы потом нажимаете create branch но Главное потом не забыть сделать следующее, когда ваша ветка будет создана. Ну, давайте вот это вот сделаем. Create branch. Я создаю это в рамках другой задачи. Смотрите, view branch он in GitHub. Вот он открывает, и он говорит, что мы сейчас на low 13 b monovm. Хорошо, я возьму ее, скопирую ее имя и проследую в... Так, это я сделаю terminate. Значит, я проследую в мой прекрасный PyCharm. При этом, скорее всего, мне нужно сделать git stash, потому что... Потому что... Надо убрать все рукотворные вещи, чтобы не помешало нам зачкиниться, зачекаутиться в другую ветку. Давайте сделаем git pull и увидим, как у нас здесь долетит новая ветка. Видите? Origin low 13b monovm. Значит, я делаю git чекаут. Существующая ветка. Switch to new branch. То есть мы не минус B нажимали, мы нажимали просто Checkout и ими ветки, потому что мы ее спулили. Она есть. Но она нам не нужна на самом деле. Нам нужна ветка с другой задачей вот low 14. Давайте в ней и останемся. Что нам нужно? Давайте теперь посмотрим, как нам прикрутить наш прекрасный центрик к нашему проекту. Сам проект я создал. Да? и Sentry мне говорит, а установите, пожалуйста, центре SDK и добавьте в вашу приложульку, где вы там Fast API создаете, нажмите, нажмите Sentry SDK и нит, передайте туда вот эту вот строчку, ее прям можете почастую копировать, это, по сути, адрес метрик, куда вы будете в центре все это дело писать. И что мы делаем? Если мы зайдем в pull request, который у нас есть, вот это Sentry, что у нас есть? Ну, первое, я в requirements добавил centry SDK FastAPI мы добавляем. Второе, я просто беру и тупо копирую из того, что у нас в подсказке было с сайта Sentry, вот эту вот историю прям подчистую. Я ее скопировал, вставил сюда. Единственное, я с entry URL добавил в качестве переменной окружения, потому что мы потом... У нас будет production сервер, dev сервер, чтобы у нас были разделены эти вещи, чтобы метрики с production в одно место сыпались, метрики с dev в другое место. Ну и здесь вот я пишу с entry URL. Я думаю, тут все понятно. Ну, ребят, я вот вам хочу сказать: вот эту одну техническую задачу мы решили. То есть, мы к центре прикрутили к нашему проекту. Теперь давайте посмотрим, как это все будет работать. Значит, если я зайду в. Значит, что? Take me to issues. То есть нажимаем Take me to issues. И он открывает нам. Так, quick Start, Create a Project. У нас нет пока ни одного проекта. Хотя, нет, проект-то мы создали вроде. Почему он мне это показывает, не пойму. Да, смотрите. Ищусов uh, нету uh, в проектах Вот мы создали один проект Лучанос Оксфорд Юниверсити Никакой активности пока нету по нему да? Заходим в Лучанос Оксфорд Юниверсити Waiting for events То есть он говорит, я ожидаю, что что-нибудь произойдет у нас Давайте мы вернемся сюда И скажем так, что в своем проекте Вот здесь вот в ручке ping я сделаю рейс zero division error и запущусь. При этом я в мейне, я указал, разумеется, вот этот вот Sentry SDK, Sentry URL, да, я его вписал сюда, вот в таком виде Sentry URL, чтобы он подтягивался. И давайте теперь перейдем на наш endpoint. Здесь, скажем, пожалуйста, сделай пинг. Мы упали с ошибкой, разумеется, у нас произошла пятисоточка, да, internal server error, и мы упали по красненькому zero division error. Давайте посмотрим, что у нас произошло на стороне центре. Обновим нашу страницу, посмотрим, поменялось ли что-то. Смотрите, пока он пишет, что no activities yet. Я думаю, что это связано с тем, что, возможно, когда я создавал, да, наверное, из-за того, что я создавал проект, он мне сказал, видимо, что, да, он пока ни одного ивента не, не запулил, потому что я не, не, тот, не тот адрес ему отдал. Значит, General Settings, вот смотрите, давайте поищем, а где нам взять вот эту вот Sentry историю, если мы вдруг забыли. Processing, Inboard Filters, SDK Setup, Instrumentations, Client Case. Значит, Security Header Endpoint. Это Security Header. Вот это вот ZDSN uh, tells the SDK where to send events to. Все, супер. Вот это вот мы можем скопировать. 688 тут у нас заканчивается эта история. Давайте мы это пропишем. Давайте ее вот сюда добавим. Да, похоже на правду. Нажимаем, перезапускаем, и давайте еще раз дернем ручку ping. Получим опять же 500, -ку. давайте вернемся в, так, это я закрою, давайте вернемся в проекты. Посмотрим, что у нас произошло. Пока ничего, но на самом деле, uh -huh. no unhandled. Мы ждем, на самом деле мы ждем. Что нам что-то прилетит. Вот, нам что-то прилетело. Смотрите, апдекс какой-то, значит, number of, то есть у нас появились новые такие штуки, которыми мы можем управлять. И, смотрите, нам прилетело zero division error. Вот на вот это мы пока, ну, не будем смотреть, мы потом будем погружаться в центре все глубже и глубже, чтобы вы не терялись. Нас интересует самая нижняя часть. Еще раз. Я еще раз выйду в проекты. Вот, смотрите, у нас активность errors 1, transactions 1, то есть одна ошибка у нас возникла, мы говорим только про errors, вот эти tran transactions мы пока не, не рассматриваем, что это такое, вот одна ошибка, переходим в наш проект и видим то, что здесь внизу появилось новое сообщение, при этом вот красненьким помечено, что это error level error, в зависимости от того, что у вас за ивент, это ошибка, warning или инфо, или дебаг, что-то еще, у вас центре будет все это отлавливать, если вы правильно это сконфигурируете. Но мы сейчас только ошибки ловим. И вот смотрите, здесь есть такая переключалка, то есть unhandled. Это значит, что ошибка не была перехвачена, мы ее никак не обработали, и... А я в общем. Мы прям до самого верха ее прокинули, и у нас приложение плохо себя повело. Значит, новые события, new issues, новые вопросы. Zero Division Error. Вот мы видим эту историю. И все события, которые произошли, тут пока только Zero Division Error, оно в одном экземпляре. Мы, значит, можем взять и зайти в это Zero Division Error, посмотреть на него более подробно. Посмотрите, здесь у нас вся исчерпывающая информация. Какой клиент, какой питон у нашего приложения, опять же, какая операционная система. Все-все-все, вся информация о клиенте, а приложении, а также вот что самое полезное, вы можете смотреть, а сколько раз у вас за последние 24 часа произошло вот этих вот историй, да, с этой ошибкой. И э, когда, э, ну, за последние 30 дней, сколько вот по дням это все возникало. Вы видите, когда первый раз эта ошибка возникла. Вот она. Значит, первый, э, значит, last scene, последний раз, когда эта ошибка возникла, когда первый раз возникла эта ошибка. То есть вам не нужно копаться в логах и вот это вот все искать. Кроме того, вот киллер фича то, что вам, сразу в кодовой базе показывают, а на каком месте это все произошло. Полный путь к вашему файлу, где все отвалилось. Users, NNS, свиридов, Project, случайно с Oxford University, API, Service.py. Вот мы упали, Race Zero Division Error, вот так вот, вот так вот плохо, да. При этом, если бы у нас был более такой длительный стек трейс, мы бы увидели здесь много-много чего интересного. Вплоть до того, что мы здесь видим URL сверху, на котором произошла эта ошибка. Ну и если я сейчас начну вот так вот бешено об об обновлять свою страницу, естественно, у меня количество ошибок будет расти. А единственное там, ну как правило, не сразу они долетают там через какое-то время. Давайте посмотрим увеличится ли количество этих ошибок сразу или не сразу. Ну, пока, пока нет, пока не увеличилось. Но я вас уверяю, это все потом обязательно туда долетит, в нашу центрю. Э, Значит, откроем Projects. Вот, смотрите, уже 21 ошибка. Errors 21. Зайдем, но здесь, скорее всего, один все равно будет. Вот, а, нет, вот смотрите, Events 21. 21 ошибка у нас произошла, Zero Division Error. И вот мы видим, что, ну здесь пока, не знаю, с чем это связано, но вообще тут тоже должно быть 21. Ну, может они из кэша это все подтягивают, может потому что все-таки у меня версия хоть и реальная, но бесплатная. Но, тем не менее, это очень удобно, потому что как только вы столкнетесь с новой ошибкой, у вас ä, произойдет значит, отбивка на почту. И если у вас notification подключены, вы там сидите, работаете, и потом бац, вам падает новая ошибка, вы бежите в центре и смотрите, а что произошло. При этом давайте мы с вами смоделируем еще одну ошибку, чтобы здесь race value error был. Value error, значит, мы это делаем, мы перезапускаем наше приложение, и теперь до Zero Division Error мы доходить не будем, мы будем ловить сразу Value error. Давайте мы вот это вот обновляем, то есть нажимаем, 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 и идем обратно в центре и смотрим, вообще у нас по проекту луча с Оксфорд Университи прилетит еще одна ошибка или нет. Пока не прилетела, но мы ждем. Вот смотрите, L-Issues 2 уже, уже value error нам сюда долетело. New issues. Мы видим, что value error. Один new issue. Зайдем и тоже мы увидим, что вот в этом куске кода. То есть опять он нам подсвечивает. Мы можем идти, смотреть, чинить и, в общем, развлекаться, как мы хотим. При этом Смотрите, вот у вас, допустим, ситуация. Вы увидели, что у вас есть Zero Division Error, у вас есть Value Error, и вы потом пошли, починили свою кодовую базу, как вам избавиться от вот этой истории. Значит, вы можете открыть All Issues, да, ну ладно, не All Issues, а ну, посмотреть, какие вы хотите пофиксить, да, для чего, для того, чтобы... Вы могли, ну, если она возникнет снова, вы, она снова тут появится в качестве нового issue. Вы хотите, чтобы она вам тут уже не мозорила глаза, вы можете открыть Open in Issues. И откроется вот такая панелька хорошая. Смотрите, здесь у вас опять же тоже видно по ивентам, сколько произошло ошибок Zero Division Error, сколько ивентов произошло по value. Error. Это очень удобно, сразу видна ручка, на которой это все произошло, маркер, значит, ошибки, ее идентификатор, когда последний раз вы ее видели, когда первый раз вы ее видели. То есть, вся информация вообще вот. Видно просто обалденно. Кроме того, вы можете взять и заосайнить на ответственное лицо. То есть, кто должен на это обратить внимание? Вот я на себя заосайню, что, пожалуйста, посмотри на это. Возможно, стоит создать баг для того, чтобы это фиксануть. И, допустим, я фиксанул свои ошибки. Вот Zero Division Error и Value Error. Все, я хочу, чтобы они были помечены как Resolve. Вот смотрите, тут есть... Ну ладно, с релизами мы не будем разбираться, мы просто можем нажать Resolve, и все. И он нас спрашивает, вы уверены, что вы хотите пометить как решенными две проблемы? Я говорю, да, вот смотрите, все, мы их пометили как решенные. То есть все, она у нас такая перечеркнутая. Соответственно, I want to resolve this. Ну, уже один раз мы это сделали, второй раз он, видимо, не даст. Ну давайте обновимся. Да, но он отображает нам, судя по всему, все мы можем пофильтровать по ошибкам и, по-моему, ну где-то тут можно еще поставить all events, production. Тут где-то еще было, что мы можем фильтровать только по значит, тем, которые у нас не, не зарезолвлены. То есть, чтобы они не маячили перед глазами. Но, тем не менее, давайте вернемся в наш проект и посмотрим, а поменяется ли у нас что-то, будут ли у нас эти ошибки в ивентах. Нет, смотрите, видите, unhandled, у нас пустота, и в resolved вот мы видим, что две ошибки мы починили. То есть мы с вами молодцы. Вот э, Sentry. Очень крутая вещь для того, чтобы все эти штуки мониторить. Вы можете завести два отдельных, допустим, проекта в рамках Sentry. Один будет, допустим, для Telegram-бота, другой будет для вашего проекта. Кроме того, если у вас есть отдельные стенды, которые на разных серваках находятся, вообще не проблема. Вы можете просто-напросто взять и эти проекты подцепить к одному и тому же центре просто у вас ну скажем так к одной и той же учетной записи просто вот с двух серваков в один центре у вас все будет сваливаться здесь вот есть еще метрики failure rate, updex вот failure rate это значит процент того сколько у нас корректных запросов и сколько некорректных но здесь мы видим то что из того что у нас было все у нас отваливается 100% запросов у нас просто упало так что беда, надо чинить наше приложение. Но опять же, я вам показал, что эта история связана с тем, что мы просто мониторим эти ошибки, чтобы как можно быстрее отреагировать. И вот здесь вот я могу еще сделать вот так: импорт randint, rand From random. Импорт rand. Int, вот так. И вот здесь вот я буду делать if rand int от 0 до 10 остаток отделения на 2 равно 0. Тогда мы будем raise value error делать. В противном случае будем делать zero division error. Для чего? Ну, чтобы две разные ошибки у нас летели. Неконтролируемое прям поведение было. Давайте мы опять начнем лупить f5. Обновляем, 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 обновляем. После этого пойдем сейчас с вами в центре. Обновимся. Как я говорил, оно, скорее всего, долетит не сразу. Хотя нет, сейчас долетело. Смотрите, all issues. Опять оно у нас появилось. Видите? Unhandled. Причем ID-шник уже. Айдишник ID точно такой же, как и был. Лучана с Оксфорд Университет, Лучана с Оксфорд University 2. Ивентов 23 значит, since issue began 21. И тут у нас total last 14 date since issue began 13. То есть полные метрики. Давайте в Zero Division зайдем и посмотрим, что у нас тут есть. Значит, за 24 часа, ну, у нас приплюсовалось то, что было к тому, что есть. Можно здесь выбрать, значит, не 24 часа, а там, по-моему, было еще и 5 минут. Так, это что у нас? Ownership нет, ошиб нам не надо. First scene, ну где-то где -то это точно было, по-моему. Можно смотреть там за 5 минут еще. Но ладно, я, я не буду вас отвлекать от этого. Значит, вот мы ошибки наши собрали. В Value Error точно так же мы можем зайти и посмотреть, что оно здесь действительно опять наше старое доброе Value, value и вот, то есть мы их видели, и он их посчитал уже, что э, надо на них обратить внимание. При этом, ребят, если бы я э, получил в другом хендлере этот Zero Division Error, у нас бы Zero Division Error создался уже с другим идентификатором, потому что Sentry бы понял, что нет, тут параметры другие, стек-трейс другой, поэтому я должен выделить это в отдельную э, в отдельный ивент. И это тоже, это тоже удобно. Вот это первая метрика, с которой мы с вами познакомились. Вы можете покрыть этой метрикой свой проект. Мы потом нашу центре прикрутим к прекрасным вещам, таким как Telegram, Grafana. Мы познакомимся с Prometheus. И рано или поздно мы получим с вами вот такую вот красивую картину, где у нас будет много-много всяких всяких графиков и поверьте это очень нужная штука потому что в конечном счете на длительной дистанции вы экономите очень очень много времени для того чтобы посвятить его потом разработке бизнесовых фичей и усложнять нашу историю соответственно здесь мы потом в следующий раз с вами еще прикрутим такую такую штуку рядом и напишем что к центре мы присоединились вот такие дела друзья ну и что Надеюсь, что ролик вам был не бесполезен, что вам понравилось. Повторю, что можете поддержать меня на бусте, сказать свое спасибо своим донатам, либо микродонатам, если вам все это дело понравилось. И рад был быть с вами. Николай Сверидов, учите питон, вы молодцы. Всем пока.